Пояс чемпиона UFC вернулся в Дагестан. На родину прилетел новый обладатель этого титула в легком весе Ислам Махачев. В аэропорту бойца ждали сотни преданных болельщиков. В числе встречающих были и первые лица республики. Курбан Рагимов продолжит. Самые теплые отцовские объятия. Ислам Махачев наконец вернулся домой. Чемпиона встречал Сергей Меликов. Здесь же в аэропорту десятки журналистов и самые близкие друзья. Свой пояс боец передает отцу. Старший Махачев немногословен, но в душе его переполняет чувство гордости. Конечно, без переживаний тоже не было. Как сказать, смотрели, да, напряженно. Все нормально, альхамдулиллах, что вот так закончилось все. Победа над бразильцем Чарльзом Оливейрой пока самая громкая в карьере 31-летнего Махачева. Более 20 лет в спорте преемник Хабиба Нурмагомедова врывается в элиту ММА всерьез и надолго. Впереди еще одна большая цель. Ну, меня сейчас поставили в рейтинге лучших бойцов на третье место. Я думаю, у меня сейчас новая цель стать лучшим бойцом в мире. Ну, планируют, и все тоже интересные бой. Говорят, в феврале хотят сделать... В феврале будет большой турнир в Австралии, и как Волкановский австралиец хотят там провести. Но пока точных никаких переговоров еще не было. Я с менеджером тоже разговаривал, он сказал, отдохни неделю, как все уложится, потом сядем поговорим. Это победа, которая идет с детства. То есть он с детства к этому шел, в своем клубе, со своим тренером, со своей командой. Ну, я тоже в процессе присоединился, и вот результаты вы все знаете. Чемпион UFC. Подготовка к бою уже длилась 3 месяца. То есть первый этап у нас был в Сельди, второй этап был в Кисловодске, и третий этап 40 дней было вот уже в Дубаях непосредственно. Там был уже специально подготовительный этап и уже подводящий этап 10 дней. И вот, ну, работа, не сказать, что легкая, потому что я, как всегда говорю, спортсмен побеждает задолго до соревнований. То есть упорный труд дает свои плоды. На выходе из здания лучшего легковеса мира встречают еще сотни болельщиков. Это одноклубники, соседи, сельчане и просто любители смешанных единоборств. Поддержку из родного Дагестана Махачев чувствовал за 1000 километров. К слову, один из самых эмоциональных фанатов на радостях даже разбил телевизор. Честно, мне никто не скинул контакт, но я готов ему оплатить полностью его расходы. Празднование продолжилось в одном из банкетных залов. Родные спортсмены решили собрать всех болельщиков за одним столом. Мероприятие шло около 3 часов. Все это время Махачева не отпускали ни на минуту. Когда еще будет возможность пожать чемпиону руку и сделать памятное фото с его поясом? Мы очень переживали. Ну, были уверены, что он победит. Он, это последний бой, который он сделал, это останется историей спорта. Такого боя... Я никогда не видел, как он чисто, красиво, уверенно выиграл этот бой. Весь Дагестан – это не только наши родственники, не только лакцы, родственники. Весь Дагестан болеет за нашего Ислама. Приятно, и он заслуживает этого. Конечно, это, наверное, начало этих мероприятий. Я думаю, продолжение будет и в районе, и в его родных селах, откуда он, получается, отец Бурши, мама Схулисма. Я думаю, там тоже будет продолжение. Точная дата следующего боя Ислама Махачева пока неизвестна. В ближайшие 2 недели его ждет заслуженный отдых. А пока приятные хлопоты, общение с прессой. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.